Около сотни столичных первоклассников получили школьные рюкзаки с принадлежностями. В Астане стартовала благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». Организатор акции – городской филиал партии «Нур Отан». Ежегодно в преддверии 1 сентября партийцы оказывают помощь многодетным и малообеспеченным семьям. Для первоклашек устроили небольшой концерт. Как заверили организаторы мероприятия, акция продлится до конца месяца, и все это время будут активно работать районные филиалы партии. Дети, услышав наши пожелания, увидев, что помогают, и они тоже вырастут настоящими гражданами, они тоже будут знать, что они не одни, им тоже помогают, что у нас сегодня общество настолько едино, что мы можем друг друга поддерживать.